Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной разбор очередного героя. Это у нас будет, как Абрикоска попросил, это у нас будет Душек. Такая вот вариация Душека и немножко другой вариант. Покажу вам, расскажу, покажу. В общем, он у меня есть в двух вариантах. Станциям лезвий 10 и 10 разбросом. Разброс, как многие из вас знают, это один из древних, старых, очень, скажем так, для этого героя хороших вариантов, так как он дополнительно сам забирает энергии. На 13 50 энергии он забирает, плюс если поставить еще дополнительно вот такой вот вариант, получается у нас 150 энергии забирается, то есть никакой там герой заряжаться не будет. Но это не самое основное в данном герое. Мы начнем сейчас разбор с подземок, потом пойдем на PvP локации, если там будет возможность, покажу вам его, как он будет там работать. В общем, такой вариант сборки больше для подземок, но есть определенные нюансы. Первое, герой с вальсом должен иметь дофига уклонений. То есть здесь в данном случае у нас у героя встроенных 6500, если я не ошибаюсь, уклонения, то есть родного. Плюс у меня здесь еще немножко наролено. Ну, конечно, в идеале здесь две пятерки на 7-8 словить, тогда будет вообще идеально все. Ну, здесь одна, ее в принципе тоже хватает. В данном случае герой имеет свыше 10 000 уклонения, то есть этого вполне хватает, плюс у нас еще процентуально здесь идет 25%, этого будет хватать для того, чтобы включался танец лезвий, герой нормально держал деф и отхиливал себя. Где его использовать? Ну, такой вариант больше используется. Можно, конечно, на PvP локациях. На таком душике можно, если у вас нету нормальной точности, застрять в ЗБшке, вы просто его не сможете тоже пройти. Сейчас я гляну, что там по попытках у нас на забытой. Вот есть две попытки. Не знаю, тут я вряд ли кого-то найду хорошего. Давайте так и попробуем. Ну, мы сейчас бегаем без слона, то есть по нем будут просто миссовать, но, как видите, все равно смотр попадает. То есть, что бы вы ни делали, дальше все. Дальше герои просто не имеют много точности, они ему нифига не сделают. То есть, такие героев, которые с уклонением, с вальсом собираешь, то же самое, там, фрейм можно сделать. У него вообще ограничения. И вы просто, как на атаке фортов, вы ничего не сделаете, вы просто сольете попытку. То есть такой вариант хорош и для PvP, но в основном он собирается для подземок. Для каких подземок, я вам сейчас покажу. В идеале, в принципе, здесь можно и девятку поставить, и восьмерку вальс, этого будет хватать. Тут больше даже суть в чарке, которую вы будете выбирать. То есть в данном случае у меня стоит священный суд, Holy Conviction, за счет чего у меня увеличивается отхил на 140%. Плюс имеется еще немножко дефа, и вальс в данном случае работает очень отлично, он хилит сразу же героя на фул. В этом и плюс. То есть вы можете такую сборку даже попробовать использовать, там позависать на битву гильдий, если, конечно, там нету очень много молчанок. Так, вот у нас есть зефир, да, смотр ударил, молчанка пошла от фоба, и все, и вы нифига не сделаете. То есть на раста, где есть молчанка, это печально все будет. То есть смотрите, тот же самый вариант. Вот зефир включился, фоба. Фоба может миссануть. Это землеройка может не миссануть. Вот вам 30-й зефир. Тоже для битвы гильдии, я смотрю, собран. Не может убить душегуба. Здесь максимум, что может, это смотр ударить, вот недомогание сработать. Но в большинстве случаев, вот смотрите, он сразу же отхилил. Здесь будет очень много миссов от зефира. Зефира не собран на точность, и мы без проблем постепенно можем зависнуть не на зефире, а на ком-то другом. Единственный минус — это молчанка. То есть молчанка будет блокировать. Ну, как видите, не всегда она проходит, но от землеройки здесь ты ничего не сделаешь.
землеройка будет все-таки пробивать этого. Вот 100% база пройдена. То есть такая сборка, она топовая для и PvP локаций, и подземок. То есть вариант реально крутой. Но вот видите, бывают моменты, когда пробивает смотр, смотр бьет, смотр будет попадать. И плюс герои с точностью, они тоже могут убивать. Ну это такое. То есть раз на раз, ну, у многих топов можно пройти таким вариантом. Такой вариант также хорош для подземок. Но есть тоже нюансы. Если у вас, например, он будет, ну, он боится стана, да, то есть у вас срабатывать... В данном случае уклонение от башен не будет, то есть от башен миссы не работают, они работают только от героя. В данном случае надо придумать что-то по защите от стана. Можно поставить ему кролика, и он будет там выбивать. Это подземка 6-10, здесь надо герой там либо со слоном дополнительно, ну железки вам сюда не хватит. Уклонения вроде и много, но видите, все-таки башни пробивает. В данном случае надо делать немножко все по-другому, чтобы он не сливался. Кидаете его где-то, где есть герои. В данном случае герои в подземках, они особо не попадают. И вот смотрите, что у него происходит. То есть он от каждого удара вражеского героя получает этот хил. То есть они миссуют, они даже не заряжаются. То есть три героя просто миссуют. Они ни разу еще не попали. Вот в таком варианте можно пробовать проходить, использовать его на подземках. Вот он уже заряжает, когда попадает. Ну понятно, цап соло тут вряд ли затащит всю подземку. Но это старенький герой, которого можно купить за КГшки и который по сути даст вам возможность хоть как-то пройти там на 2 звезды там много подземок. Вот видите, ему не страшно. Плюс заряжается смотр. Сейчас я заберу лапку в другую сторону. процента уже часть героев смотр убил. Ну, чем больше героев, конечно, у вас будет активировано в бою, тем быстрее будет смотритель заряжаться. То есть, соответственно, быстрее будет срабатывать. Ну, в данном случае один герой, 26% мы уже прошли. Можно не обязательно, же говорю, качать 10-й вальс, 8-й, там, 6-й, 7-й. Главное, чтобы был отхил и священный суд. То есть, такая сборка топовая и для PvP локаций, для битвы гильдий. Для ЗБшки тоже она классная, ну, у меня, к сожалению, попыток много нет, но на таком герое будут просто зависать и его могут не убить. Ну, понятно, если вы будете атаковать с таким героем, вам не факт. Вот видите, дошел дальше до демонов, 34% есть. Но это не та подземка, где его использовать надо. В основном его используют вот здесь, и я его тоже здесь использую. В такой вариации, не в такой вариации. Два варианта. Во-первых, вот смотрите внимательно на смотр. Сейчас по нему миссуют, то есть, ну, плюс-минус миссуют, он заряжается. Его тут нереально слить. Ну, сливают, бывают моменты. Посмотрите на всех остальных героев. Я вот их выпускаю. Там стрелок, там просто сливают стычки. То есть за счет того, что здесь у него очень дофига уклонения, он заряжает смотр, соответственно, смотр может слить. В зависимости от того, какого вы смотра возьмете, противоположной фракции героя. В данном случае там ники сливаются сейчас. Ну, дальше будет больше героев. Чем больше у вас героев с уклонениями, с вальсами там и прочим, тем больше, тем быстрее будет у вас, смотрите, даже ворожая моего ушатали, тем быстрее у вас будут заряжаться смотр и сливаться ненужные вам герои. В данном случае вот такой вот вариант душика очень круто заходит на подземках. Конечно, здесь атлант будет тащить. Можно атлантом там выпустить. Не знаю, сейчас мы его, наверное, не выживет. В такой вариации сейчас попробуем атланта собрать.
Атлант, само собой, но Атлант не может убить всех Асура. А вот Смотр как раз-таки с Асуриками очень неплохо справляется. Так, давайте на Атланта поставим железку. Даже накинем сюда. Слава, тут бессмысленно на него ставить. Поставим сюда. Рудольфика. Такс, закинули, подбежали все попробовали. Ну, тут надо, конечно, помучиться с закидкой, но такой вариант тоже вполне неплох. Сейчас попробуем. Атлант получает сразу же люлей. Вот, Атлант сейчас включился, и смотрите, у нас в данном случае посливались стрелки, там малышеники частично посливались, душики. Но у вас осталась проблема, это остались асурики, которые тоже реально очень печально сливаются. В данном случае они же у нас в зеленой фракции, у нас сейчас красная фракция стоит. То есть для того, чтобы побыстрее набиралось, выкидываем еще ворожая дополнительно. Он, конечно, может у них тоже посливаться, так как отражалки он бьет цели, вот то оно и есть. В большинстве случаев вот из-за этого получается он не сливается, потому что попадает на ас. Но у нас есть 2 минуты, и у нас есть красный смотр. То есть он бьет зеленую фракцию. Соответственно, он будет. Когда он заряжается, постепенно у вас сливать асур. Сейчас попробуем подольше задержать. Но есть, конечно, еще и ледяхи. Но это, в принципе, фигня. Самое главное слить асур. Варианты есть, конечно же, поставить ПДшки. Смотрите, что он делает. На защиту есть еще даже малышник, но минута 25, для чего я вот именно душика показываю. Пока он здесь включенный, у нас работает обалденно смотр, то есть мы досливаем остальных героев, которые нам мешают. Там остается у нас секунд, я не знаю, 30-40, и тогда можно выпускать всех остальных. В данном случае у нас уже по сути осталось там только в дальнем углу, ну тут надо подашки уже ставить, но все же меньше героя. Можно еще поставить там Зефира тоже, правда его надо больше с подашкой ставить для того, чтобы он еще не сливался дополнительно. Ну вот и у вас остается там вообще фигня героев, то есть дальше вы уже выкидываете всех остальных, там Феникса и прочее, у вас никаких проблем нет. То есть данный герой на сегодня один из таких актуальных, скажем так, на подземках, его можно использовать, то есть он постепенно бьет. То есть да, без доната, как вариант, на прохождение он очень крутой. Ну, конечно, надо собрать немножко уклонения, но ребята есть такие, которые уже со временем пособирали это, сделали и без проблем начали проходить. Некоторые уже попроходили, потому что когда был баг с Ронином, многие это сделали. Прошли подземку. Вот 46% у нас есть. Ну, тут понятно, 48%. Нам немножко не хватило. То есть, такой вариант для подземок данного героя реально очень крутой. Есть другой вариант. Вот такой вот вариант. Это 10-й разброс. Такой вариант больше хорош на PvP локации. Тоже, в принципе, у него есть уклонение, можно поставить сюда вальс вместо изворота. Уклонение, естественно, у нас будет меньше, но будет хотя бы отхил. Поставить там слона, например, чтобы еще больше увеличить. И запустить там, да, идем в забытую. Ну, тут опять же у меня нету противников таких. В основном такой вариант можно использовать на забытой.
Так как многие на душике, ну, конечно, десятку опять напишут без донатом, это нереально, смотря какой сервер. На некоторых серверах реально, но я бы не качал бы десятый разброс на бездоне, я бы качнул лучше другому герою десятку, я вам просто показываю, что он может. И в данном случае он сейчас вот Фрея против него. Он на нее заагрился, 50 энергии он забирает сразу же. Она, соответственно, не заряжается, и все. И в данном случае Фрея просто нифига сделать не может. Что бы она там ни делала, она и миссует, и не попадает, и она просто не заряжается. Без голубей она бесполезна. То есть она нифига не сделает. Точно так же и любой другой герой, он просто не сможет активироваться. Десятый разброс еще как вариант, где я его буду использовать и использую, это лабиринт на гоблинах. Он очень неплохо заходит, также заходит на многих битвах против других игроков. Ну, это такое. Еще многие используют разброс на гильдейских боссах. Тоже неплохо. То есть таких два варианта сборки самые такие оптимальные. Ну, разброс давным-давно на нем был крутой. Ну и плюс, допустим, вальс там, в зависимости от того, что у вас есть. То есть этого вполне хватает. На деф его смысла нету делать. С маскировкой тоже бессмысленно. Ну, я вам показывал разные сборки. То есть это герой тот, которому вальс подходит, которому ролите еще немножко уклонение, и он реально будет у вас интересным и, как ни странно, старых героев универсальным. Можно будет его использовать на... Так, что у нас тут? Вальс есть. Давайте изворот поставим. На PvP локациях, то есть даже на той же самой битве гильдий, можно им набивать там свыше 50% без проблем. Можно использовать на подземках, то есть мало сейчас героев, которые со старых реально могут там противостоять новым героям. А этот герой может, и у него уже часть дается. Кто у нас тут? Давайте попробуем через... Сейчас нас, наверное, смотр тут ушатает. Да, вот видите, молчанка прошла и все. То есть в данном случае, чего он боится, это молчание. То есть если молчанка срабатывает, он блокируется. Так, вот у нас есть стрелок, зефир. Интересно, сейчас попробуем выпустим стрелка. Теперь закинем его. Вот видите, попадают. Дальше идут миссы. Но все равно не хватает. Очень много попаданий. Но он держится получше, чем, например, стрелок с огненкой, да? То есть он дольше продержался. Все зависит, конечно же, от противника. Землеройка была. То есть он боится молчанки. Ну, вариаций много, противников тоже много, знаете, так просто. Вот если он у вас не зашел против кого-то одного, значит против другого он может зайти. Но герой на сегодня интересный. То есть такие две сборки. Пишите, кого вы хотите увидеть в следующем. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.